Сорян, забыл ответить на очень важный вопрос и развеять какое-то типичное, часто возникающее ощущение после прохождения тренингов по интернет-продвижениям, по привлечению клиентов из интернета. Очень многие люди, особенно сетевики, ожидают от таких тренингов что-то сверхъестественное, получение каких-то сверхъестественных инструментов, которые перевернут их работу, позволят быстро и просто, ничего не делая, выстраивать структуры. И, конечно, на этом желании сетевиков очень многие, ну, назовем их так, не очень порядочные люди играют. Очень много людей в сетевом бизнесе оправдывают свои неудачи наличием отсутствия вот этих замечательных инструментов, чат-ботов, воронок продаж. Люди считают, что у них нет каких-то мега-программ, которые все за них сделают. Люди считают, что раз они не умеют настраивать платную рекламу, то значит все, ничего больше они не сделают в сетевом бизнесе. Все это оправдание. Все эти чат-боты, автоворонки, продающие, рекрутирующие сайты, все это инструменты. Сам инструмент ничего не может делать. Лопата не может копать, молоток не может забивать гвозди. Этими инструментами нужно пользоваться. И что дают инструменты? Они просто позволяют вам получить быстро, в большем количестве и лучшего качества потенциальных кандидатов в вашу структуру. Да, у вас будут заявки, в нашем случае, вот в поле анкеты у вас будут появляться контакты людей, которые хотят узнать о вас больше. Но этих людей нужно довести до уровня клиента. С ними нужно общаться. Нужен этап закрытия сделки. Если вы это делать не можете, если у вас нет практического опыта, навыка, то все ваши денежные вложения в платную рекламу, в настройку этих замечательных средств автоматизации, это просто деньги на ветер. Потому что вы не умеете делать самого главного. Вы не умеете выстраивать общение с людьми по правильной схеме, ведущей к конкретному результату. Люди в вашу структуру. Это можно получить только одним способом. Регулярными тренировками. Общайтесь с разными людьми. Поэтому люди, которые оправдывают свои неудачи тем, что у них нет инструментов, они сами себе врут. Если вы эксперт, и вы готовы делиться этой экспертностью, если вы трудолюбивый человек, и вы можете ежедневно находить время о том, чтобы показывать свою экспертность, помогать людям, вы всегда выйдете на результат. Если вы можете записать хорошее видео, полезное видео. Этим видео начнут делиться другие пользователи вашей социальной сети. Но если оно правда полезно, если оно на злобу дня решает какие-то проблемы, важные для целевой аудитории, конечно, люди будут этим видео делиться. И что вы получите? Вы получите то, что называется вирусный эффект. И о вас узнают, как об эксперте, колоссальное количество людей. И уже вам не потребуется никаких сложных методов автоматизации, потому что, поверьте, все самое эффективное очень простое. Ломается там, где очень сложно. Поэтому, если вы трудолюбивый человек, и можно с одного видео получить больше пользы, чем со сложных этих выстроенных, настроенных схем автоматизации. Поэтому не надо искать каких-то мега-инструментов, не надо. Нужно развивать свою экспертность и помогать людям. Регулярно что-то делать. Поэтому делайте, и все у вас получится.